Вот и продолжение. Вот Хомка. Ты куда? Ты куда? Куда? Вот здесь еще есть. Трогай, трогай сюда. Ты куда бежишь? Так, пойдем к маме. Будем капать витаминчики в ротик. Витаминчики Б. Ну, сейчас написай. Витаминчики Б, смотрите, какой красивенький. Кстати, этого я тоже хочу заснять. Этот потом, этого я сейчас трогать не буду. И это же мне обещала мама. Ну, нет, я после Кимы трогать сейчас не буду. Мне песок еще, он как раз спать хочет. Так, сейчас будем капать витаминами на нитчики. Вы кошке даете что же витамины? Мы давали, потому что... Ну, теперь она не очень так сильно болеет. И... А ты куда? Кимчик. Мы один раз в году ведем всегда к ветеринару. Ну, на них у них только один ветеринар. Кима. Кимчик. Поехали. Так, поехали. Сколько капелек? Мимо? Нет, попала. Нет, мимо. Нет, попала. Так мимо или попала? И попала, и мимо. Ага. Посередине. Кима сейчас будет кусь-кусь делать. Не дергайся, Тюх. Кима. Кима. Тихо. Два. Три. Три. Скажи, не хочу три. Скажи, не хочу три. Не хочу пять. Нет, надо шесть, но так как у нас еще и другое, то... Все, посмотрели, только шесть. Не-не-не-не, Кима. Рот открывай, не кусаться. Не-не-не, Кима. Кима... Три. Мне кажется, забыл уже четыре. Та, которая половину тоже даже не считает. Пять. Тихо, пять. Так, жуй. Жуй. Правильно выплюнул. Молодец. Мне на штаны. Очень хорошо. Вот этот лекарь со штаны припортил. Ты мне уже все перепутил. Она не смывается потом. Так, ладно. Сейчас я все думаю, отошел. Тихо. Так, еще это сколько было? Последний. Не даст 5? Мне больше 10 капель делать. Желтомордик. Все. Покажи в камеру. Я красивый. Сейчас, желтусик. Давай, вымывай все можно. Вымывай. Желтый. Вымывай. Все, давай на май, держи. Я хотела его подержать. Ты снимаешь, а я его держу. А мне надо пойти свои штаны промыть, иначе мне все испортит. Идем? Да, или ты хочешь? Коза, я умею прыгать. Коза, очень хорошо умею прыгать. Потом тух-тух-тух-тух, потом выбегай. Это обычно умывается. Идем? Так, куда идем? Я снимаю тут. Да? Так. Так, пока ты лучше убирать. Да, то он еще погрызет. Погрызет вот этот маленький маньяк. Маньяк. Фу! Все золотое. А нет, уже все слезал. Да. Но зубы все еще золотые. Они должны быть золотые. А то было бы странно, если бы они были бы не желтые. Так, давай сюда. Сейчас будем снимать. Так, Майя, ты держи. И на перегонки. Ну, вау. Блин, я хочу найти приводчик для хомяков. Но мы с Кимкой, как его, самые лучшие друзья. Так что мы себя очень хорошо понимаем. Да, давай ты будешь снимать тебя. Да не надо, мы твоему его так вчера мазал. Нет. Нет. Смотри, что он очень, просто очень обожает. Залезает в рукава. Ну, это понятно. Все, он в рукавчике. Все, скажи. Я там сейчас устрою себе. Где твое полотенце? Ты столичное полотенце? Нагите! Вот тут сидишь. Очень да? Маленький. Давай, снимай-ка. Не, он сам будет. Кимчик.
Будешь уходить? Где ты там? Кимми, давай. Да вот он. А крючок, он упал. Куда? А, как его, где-то в туалете. Вернее, не в туалет, а на коврик. Что ты там делаешь? Короче, на пол. Так, сейчас. Ты что, там уснул? Мне кажется, да. Сейчас его вытащишь. Ты спал. Держи-ка, подержи-ка. Ты спал. Он поднимает хвостик. Не надо. Он поднимает хвостик. Значит, это плохо. Он может написать. Погоди, я сейчас бы салфетку принесу. Он может написать. Держи-ка, я сейчас бы салфетку принесу. А где у вас вообще салфетки? Не надо поднимать хвостик. Я не хочу, чтобы ты тут написал. Не хочу, не хочу. Мне надо тебя каждый раз по-новому брать. Где салфетки? В туалете. Такс. Кимчик. Да, привет. Вот наша любовь. Да. Мы себя очень хорошо понимаем. Правда, Кима? Ну, не знаю тогда. Есть на кухне тоже. Кухонная бумага. Снять можно? Да. Вот тогда это не что-то пружинки. Лучше прицепить. Ну, погодите, мне надо на секундочку снять, потому что это так. Вот это я могу взять. Ё-моё. Пробую. Скажи, что мне для этого сделать? Сказать, что я могу для этого сделать? Не ссать, что ли?